Добрый день, дорогие друзья! Сегодня одному из ведущих коллективов городского округа Коломна, духовому оркестру Коломенской филармонии под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Пономарева, выпала честь впервые выступить в Центральном офицерском клубе воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Оркестр представит вам концертную программу «Во имя мира на Земле». Этим концертом мы хотим поддержать наших ребят, военнослужащих, всех подразделений Российской армии, всех, кто в данный момент с честью выполняет свой воинский долг в специальной военной операции. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей. Сегодня очень много было сказано слов о сегодняшнем непростых днях. И еще раз я вам хочу сказать спасибо за то, что вы преодолели 4 часа из Коломенска, приехали и стали участниками нашей акции. Я хотел бы всех попросить почтить память вставанием сегодня минутой молчания всех тех воинов, защитников, настоящих героев, которые сражаются за нас, за мирное небо, за то, чтобы мы проводили эту акцию и еще раз говорили о том, что во имя мира на земле.